Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел еженедельное совещание с профильными заместителями и руководителями теруправлений. Одно из поручений касалось проведения ревизии подходов к детским площадкам. Везде должны быть плавные сопряжения тротуаров, подходы должны быть безопасными и комфортными, в том числе для проезда с детскими колясками и на инвалидных креслах. По выявленным проблемам будем изыскивать средства, чтобы исправить ситуацию, подчеркнул глава и добавил, что создание безбарьерной среды должно быть заложено в новых сметах.